Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами Руфат, и сегодня от имени Багамаз я хочу представить вам новую дачу в Мардакянах на 9 сотках земли. Дача располагается неподалеку от дороги Браво, буквально 150 метров от центральной дороги внутрь. Во дворе у нас имеется парковочная зона. Очень правильно и аккуратно распределены 9 сот, и во дворе не чувствуется тесноты. То есть очень аккуратно, красиво все сделано. Имеется множество высоких елок, также имеется гранатовое дерево. Имеется вот такой красивый бассейн. Сейчас мы перейдем на ту сторону и посмотрим, как у нас все выглядит отсюда. Вот такой у нас не маленький бассейн, большая площадка, парковочная зона на несколько машин, также улица вся проасфальтирована. Во дворе у нас стоит вот такая беседка. Внутри беседки у нас имеются все удобства. Установлена вся необходимая мебель, диваны, столы, стулья, мангальные, а также своя небольшая кухня. Достаточно много места, вот так оно здесь все выглядит, а также дворовой санузел. Вот такой у нас здесь дворовой санузел. Вот такая у нас здесь красота. Перейдемте внутрь дома. Дом двухэтажный и очень красивый и аккуратный ремонт, интерьер. Сейчас вы это сами все увидите. Вот такая у нас здесь красивая пальма стоит во дворе. Местоположение дома отличное, как я уже сказал. Итак, первый этаж достаточно большого размера, то есть очень много места у нас тут. С левой стороны у нас гостиная комната. Вот так у нас здесь выглядит гостиная. Кстати, здесь лестница с автоматической подсветкой. Все очень удобно придумано. И здесь у нас кухня. Такая у нас здесь кухня с видом во двор. Так у нас здесь все выглядит. Установлена вся кухонная мебель. Имеется духовка, холодильник и так далее. Также у нас тут есть отдельный санузел. Это общий санузел первого этажа. А также небольшая спальная комната. Итого у нас на первом этаже спальня, кухня, санузел и гостиная комната. Перейдемте на второй этаж. Вот так у нас здесь выглядит. Далее. На втором этаже у нас несколько комнат. Перейдемте в первую комнату с правой стороны. Это наша, ну, что-то типа зала. Ну, с таким красивым потолком. Далее. Это наша первая мастер-спальня. В доме в целом две мастер-спальные комнаты со своим санузлом. Вот так у нас выглядит санузел в первой спальной комнате. А также имеется шкаф-купе и выход на балкон. Такой у нас здесь балкончик. И вот так выглядит наш двор. Перейдемте по следующим комнатам. Здесь наша вторая мастер-спальня. Вот так у нас здесь все выглядит. Установлена спальная мебель, шкаф, а также санузел. Следующая комната — это
общий санузел. Это второй общий санузел в доме. И наша последняя спальная комната. Вот такая у нас здесь спальня. В целом, три спальные комнаты. Один зал на втором этаже. А также три санузла. Два санузла в мастер-спальнях и один общий санузел. Так у нас здесь все красиво сделано. По всем вопросам по поводу данной дачи вы можете звонить нам по номерам, указанным в описании. А также можете писать комментарии. Местоположение, как я сказал, неподалеку от центра, пару минут езды, 9 соток земли. Вот так у нас здесь все выглядит. Всем спасибо за просмотры. Пишите свои комментарии, мы все читаем, на все отвечаем. Всем всего хорошего и до скорых встреч!